Я купил себе такой ноутбук. Он бэушный, но ничего, мне как бы пойдет. Мне не для того, чтобы играть, а для того, чтобы всякие программки запускать, игры. Ну, я, конечно, запускать на нем не буду. Вот в интернете посидеть, программки запустить, сериалы посмотреть, фильмы, что-нибудь такое. Ну, чтобы... Ну, такие простые действия, не включая компьютера. Так, из-за того, чтобы какой-нибудь... Залезть в интернет, посмотреть какой-нибудь сериальчик, включить компьютер или просто программку запустить, допустим. Тоже как-то не хочется включать компьютер из-за этого. А вот ноутбук самое то, поэтому я купил себе такой вот бэушный ноут. Всего лишь за $70. То есть это довольно-таки недорого. Сейчас я его включу. Правда, он немножко подглючивает. Но получается не работает эта кнопка, это плохо. И USB-шники плохо работают, но в целом нормально. Главное, что работает. Вот. Для того, чтобы поиграть, у меня есть мой компьютер. А для того, чтобы просто запустить какие-то там программки, игры, ну, виртфуапи, какие игры, там какие-нибудь браузер, фильмы, сериал, программки, плеер какой-нибудь, как раз ноутбук подойдет. Самый идеальный вариант будет. Вот, поэтому я взял. И вот такая вот штука. Там еще как бы в комплекте с ним мне мышку подарили. Получается, вот она, беспроводная мышка. За $70 ноут и мышка. Ну, как бы нормально. Вот она. Мышка. Ну, в целом так неплохо. Нормально так. Неприятно, конечно, что там что-то не работает. Какие-то клавиши, USB-шники из трех. Только два USB-шника работают. Вот эта клавиша не работает, поэтому дали мышку. И включается плоховата кнопка. А так все работает. Ну, а на экране там еще царапинки есть. Мелкие и большие. Ну, а так в целом неплохо. Вот, как-то так. На этом все. Всем покедова.